Группа «Стрейтонс» из города Киев. Очень рады с вами познакомиться. Да, я подтверждаю, мы группа «Стрейтонс». Да, они группа «Стрейтонс». Ах ты чмо. Первая песня, она... Песня для кайфариков. Вот как-то так. Чувак! Ну, да. Как говорит Вова, она куморная немножечко. Вот. Ну и текст в ней достаточно романтичный, как бы. То есть там совсем другой вопрос вообще задет. Поэтому, ну, мне кажется, он подходит вибрациям как раз и вайбу вот этой вот песни. Суть в том, что у нас и менялся состав, плюс ко всему записью и сведением занимался я. А поскольку я не являюсь звукорежиссером, то это заняло больше времени, чем я, собственно, рассчитывал. Вот и весь ответ. Но зато мы вложили в него больше души. Да, и сохранили вайб. Качество не очень, но вайб есть. Но вайб что надо. Ну, важно не как оно звучит, а какие эмоции оно вызывает. А как оно звучит? И как оно звучит, естественно, тоже важно. Но все-таки психодел настолько разноплановый, что он может быть и электронным, и вот в классическом его понимании важно, что он, в общем, вводит в какое-то околотрансовое состояние тебя. Наркотики. Поэтому... Да, наркотики, возможно, тоже. Психоделическая музыка равна наркотики. Это та музыка, которую... Уберите детей от экрана. Скажите наркотикам иногда. Поразить всех прекрасной музыкой, нести, в точку, музыку, нести свет, нести, короче, просвещать людей другой такой вот музыкой, альтернатива техно. And world peace. И все такое. Киев, Новый Сан-Франциско. Вот. И да. К тому же, раз уж вы спросили, мы с Артемом собираемся в очень ближайшее время запускать наш музыкальный блог. Он будет называться «Луналампа». Луналампа.ком. Вот. Да, пока туда можно не заходить. Пока туда можно не заходить. Он еще в стадии разработки. Да, ну и там мы с Артемом будем как бы... Базарить за музло. Будем, да, показывать ту музыку, которая нам нравится и которая почему-то мало у нас в стране звучит. Или вообще которая не звучит. Которой мы чувствуем какую-то любовь и нежность, вот. И хотим вот как бы разделить эту любовь и показать, какая еще бывает музыка вот около того стиля, что мы играем. Да, часто бывает, что люди банально просто не догадываются о том, что есть вот это и вот то и другое, и мы хотели бы показать, да, им приходится нашим, в общем-то, радио слушателям чуть больше, чем они знают, возможно. И все. Чуть приоткрыть вот эту занавесочку. Ну, а насчет группы хотим, конечно, и потурить. Вот. И у нас есть очень интересный план в плане выпуска концептуального такого дуо-трека. Вот. Да. Возможно, двойной даже, трек. Если даст бог, то с клипом. Вот. Так что, я думаю, зимой будет что показать нового и интересного. Вместе? В смысле одновременно? Мы не слушаем музыку вместе, это какое-то извращение. Украинская группа «Косувери», я ее слушал точно, и Марина ее точно слушала. Мы все вместе ее слышали. «Косувери» — отличная группа, которая достаточно давно существует, и в ней собрались именно чуваки, которым ты очень сильно веришь. Они уверены в том, что они делают, и, по сути, на мой взгляд, вот группе по рангу и по влиянию, ну, типа, равных в Украине нет. То да, есть недавно мы были с ними на одном концерте в честь Капкана и Синдиката. Да, день рождения Капкана. И они случайно крутые, туда попали под конец, и они выступали последние, они очень сильно всех порвали, и меня в том числе, и я даже не ожидала, если честно. Также мы любим группу «Малой» очень да, сильно. Да, «Малой» тоже мы просто слушали. Просто очень сильно любим их всех, очень сильно любим группу «Малой». Там много чего, но вот эти вот две точно. Favorites. Группа «Малой» и группа «Косувери». По-любому. Так сказать, рука руку моет. Взаимная любовь. Тройничок. Второй трек называется «Dark Lord». И он про сущность, которую зовут Dark Lord. Да, текст, все максимально понятно. Текст незамысловатый, простой и понятный. В данном случае мы никаких особых аллегорий не использовали, потому что, ну вот... Короче, когда мы придумали первые рифы к нему, то у нас были ассоциации с Володей, и мы его прозвали тогда Dark Lord'ом. Потом это все переросло в гораздо большую идею, на которую мы там что-то делаем сейчас. Вот, клип? И, типа клип.
Вот, и там достаточно интересная получилась концепция. То есть сам по себе трек простой, но он олицетворяет вот эту вот как раз темную сущность. Да, ну и, кстати, так, в качестве тизерочка, этот трек, он как бы первый из наших двух треков. То есть это будет дуо-трек у нас впервые, он такой будет именно не да, просто один трек, переходящий а концептуальный, да, и там будет как бы все завязано вместе, там про противостояние. Инь и янь.